Сеня, у тебя здесь такой беспорядок. Ты же уже взрослый. Поэтому давай-ка приберись, потом еще маме помоги. Пап, я же еще маленький. И правда, взрослые так не одеваются. Чем бы еще поиграть? О! Сеня, это игрушка для взрослых. А ты еще маленький. Вот тебе. Получилось поиграть. Не грусти, пойдем в магазин, что-нибудь вкусненькое купим. Ура! Заодно поможешь мне донести покупки. Ты же взрослый. Ну покупки чужого, а я еще маленький. Поэтому поедешь вот на этом. Мам, а можно поиграть на детской площадке? Конечно, можно. Ура! Еще маленький, пошли-ка на другую горку. Вот эта горка как раз для тебя. Мам, я, кажется, наигрался. Пойдем в магазин. Сеня, ты же еще маленький. А вдруг ты потеряешься? Оставайся в коляске. Хочу мороженое. Хорошо. Мороженое. Ты же еще маленький. Скажи а. А. Мам, я все понял. Да неужели? Я уже взрослый и помогу тебе с покупками. Да, без машины будет тяжело нести. Мам, давай я тебе помогу. Пап, можно мне поиграть с машинкой? С машинкой? Но ты же еще маленький. Нет, я все понял. Я взрослый. Даже маме помог. Ну ладно, играй. Ура! Пап, ты чего? Раз ты взрослый, значит тебе нужно сначала прибраться. Эх, взрослая жизнь. Yeah!
Сколько тебя шума? Планшет играть совсем не полезно. Вот тебе книга. Читай. Совсем поиграть не дают. Thank you.
сегодня опять появились. Слушай, ну ваш эфир был классный. Надо его точно скачать и посмотреть. Ура, мы вернулись! А я грабителей победил! Каких грабителей, Сеня? Убираться-то будет